Архангельская детская областная библиотека – одно из мест столицы Поморья, которое сегодня носит имя Аркадия Гайдара. Именно здесь его произведения находят новую жизнь. Современные дети, может быть, меньше, чем 20-30 лет назад, читают и знают Аркадия Петровича Гайдара. И чтобы дети знали и любили книги Аркадия Петровича Гайдара, мы стараемся заинтересовать их с помощью различных форм, таких как творческие конкурсы, квесты, современные какие-то компьютерные технологии, буктрейлеры, снятые по произведениям Гайдара, и представлены детские рисунки. Буктрейлер ребята создали сами. Они прочитали повести и проиллюстрировали их своими рисунками. А в прошлом году работники библиотеки стали настоящими режиссерами. Вместе с юными читателями они экранизировали несколько повестей Гайдара. Я снимался в «Чуки-Геке». Как я узнал, потому что я пришел в библиотеку, и там сказали, что будет снимать этот фильм. Мне понравилось, что библиотека делает такие фильмы, и там весело было. Этот фильм, мне кажется, это для детей, пусть они знают, что придумал Гайдар вот такую историю «Чуки-Гек». Над другой повестью «Школа» Аркадий Гайдар начал работать в Архангельске. Доподлинно известно, что отдельные главы он читал именно в здании этой библиотеки. Наш город помнит и любит Аркадия Гайдара. И несколько мест, сохранились несколько мест, связанных с именем Гайдара. В первую очередь, это то, что, наверное, известно практически каждому архангелогородцу, это дом Гайдара. О том, что в доме на пересечении набережной Северной Двины и улицы Ваучейского жил и творил писатель Аркадий Гайдар, сегодня напоминает лишь мемориальная доска. Но окна самого дома все так же смотрят на реку. И, возможно, сегодняшние мальчишки также мечтают о море, как и главный герой повести Аркадия Гайдара. Валерия Пуминова, Виктор Коноплев, «Панорама Севера».